Всем привет, друзья, мы на канале Мышевский Фэмили. Сегодня по просьбе подписчика смотрим КДА, Море при участии Мэдисон Бир, Джидли, Лекси Лю, Джерри Бернс и Серафины. Музыкальное видео. Я вообще такое впервые слышу, я не знаю, что это такое. На официальном канале Лиги Легенд. Это про Лигу Легенд, да, наверное? Я как-то играл в Лигу Легенд, мне очень понравилось, даже больше, чем Доты, наверное. Поэтому мне будет интересно посмотреть, что это такое вообще. Поэтому, причем как, будем смотреть лайк, коммент, подписка. И все, погнали. Уже бит качает. Нифига себе, прикольная картинка. Интересно. Типа... На Хадсона Мику чем-то похоже, да, наверное. Ну, на волосами моего цвета. Класс. Все, да. Лига Легенд. Ну, в Лигу Легенд я последний раз играл, наверное, лет 5 назад. Я уже не помню, что там да как. Да и Доту я последний раз играл, может, год назад. Вообще, пока что ни во что не играю. Так, особо времени, типа, нет. Там, личная жизнь, суета, все дела. Ну, клип классный, классная анимация, классный вокал. Что еще могу сказать? Качает, ну качает, даже не важно, о чем они там поют, да, ребят. Ну, типа, главное, чтобы качало. Ну а че, типа, это ж Лига Легенд, да. И про это, наверное, клипы сняты, и слова, наверное.
тем фанатам, короче, зайдет фанатам такое, мне кажется. Да и не только фанатам. Обычно там зрителям, даже кто не играет в эту игру, мне кажется, зайдет. В общем, класс, мне все понравилось, 10 из 10 ставлю. Это чисто моя искренняя реакция. Если было говно, я бы сказал, говно, а вот тут даже не за что обосрать, так сказать, ну, грубо говоря. В общем, ладно, ребята, если вам ролик понравился, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий, пожалуйста, что мне еще посмотреть. И подписка на канал обязательно, и колокольчик, чтобы узнавать, когда вышли ролики новые. Поэтому все. Всем пока, всем хорошего настроения. Кто есть, всем приятного аппетита. Еще свидимся, так сказать. Все, чао, ребят, пока всем.